Это как видеодокумент. Я уже из года в год это все делаю. Фотографирую, на видео снимаю колыванскую елку. Вот это дело. Вот в прошлом году вот здесь стояла горка. Ребятишки приходили, катались. Согласно каких-то новых распоряжений партии правительства Единой России, там какие-то нормы не соответствуют, чего-то там не должно быть, какой-то там дистиллированной водой, насколько известно, там должна заливаться горка. Могу ссылку в конце видео приложить, какая горка была в прошлом году, но она была. А нынче, к сожалению, вот этого не произошло. То есть здесь у нас, ну да, снег все убрано, снег идет, еще придет, и убирается снег в этом году замечательно. Фигуры, конечно, ну, не знаю, на ваш, сами напишите комментарий, что за фигурки, но они есть. Я прекрасно помню один год, когда не было фигурок, это были ледяные глыбы, снежные глыбы. В настоящий момент, ну, снегурочка да снегурочка, большая да большая, рядом елочка да елочка. Фигурка есть. Здесь вот непонятно, что вот навалено на саженцы. Вот это, конечно, не совсем то, чего хотелось бы видеть. Вот. Здесь Дед Мороз большой, с мешком подарков. Ну, да, как бы, как смогли, так сделали. В чем проблема, не знаю. Но какая-то, может быть, у кого-то проблема есть. Большой Дед Мороз. Из груды там, ну, говорят, что не того, чего надо. Ну, может быть, действительно там не того, чего надо. Может быть, непонятно что-то. Ну, как есть, так и есть. Как что заснято, что сделано, то сделано. Здесь ребятишки прыгают, колясочки маленькие стоят. Все, в принципе, такое. Вот на что у нас способны колывать. Но у нас особенность была нашей елки, она пизанская. Я такого слова сначала не понял, почему она пизанская, но по факту она была пизанская. Она была наклонена. Сейчас то ли ее тросом каким-то притянули, то ли еще. Но вроде бы как это смотрится более-менее ровненько. И так она смотрится более-менее ровненько. Не знаю. Но здесь может быть какой-то наклон существует. Да. Пизанская елка. Жаль, конечно, что наверху нет звездочки. Вот об этом сожалеем. Ну, просто видеодокумент, что было накануне 2022 года. Какие тут у нас вон там хрюшки висят, какие-то там оранжевые тигры. Вязаные. Я вообще не понимаю. Вязаные. Оранжевый тигр. Там вверху огромные ящики, подарки светящиеся, наверное. Там домики. Ну, дети старались, большие фигурки. Может, не дети, может, их родители старались. Конкурс какой-то проводили, я просто не в курсе. Вот. Ну и вот такая вот у нас разрисованная стенка. Вот. 2022 год на подходе. С наступающим вас всех, друзья!